В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Метростроители трудятся в районе областного арбитражного суда и сквера имени Устинова. В этой части расположится самая глубокая точка будущей линии метрополитена. Она достигнет уровня 28 метров. На указанном участке встретятся два тоннелепроходческих комплекса. Один пойдет от улицы Галактионовской, другой от Полевой. На улице Самарской появятся также водоотливные, вентиляционные и другие притоннельные сооружения метрополитена. Для этого понадобится вырубка части зеленых насаждений. Не менее важен и вопрос на перспективу. Он касается восстановления озеленения после производства всех работ на Самарской, связанных с метростроем. Над конструкцией будущего подземного сооружения деревьев быть не должно, поэтому участок засадят кустарниками и травой. Деревья же, новые саженцы, расположатся в соседних локациях. Среди актуальных задач остается и завершение расселения жителей домов, попадающих в зону метростроя. Новая станция завершит первую линию самарского метрополитена. После строительства подземка станет более востребованной, поскольку свяжет удаленные районы города с его исторической частью. Театральная позволит горожанам без пробок с комфортом добираться с окраин, например, с Безымянки до центра Самары и обратно, и чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. При строительстве метро у нас введутся временные ограничения на Самарской площади, прошли общественные слушания на площади Устинова, но мы очень надеемся, во-первых, прежде всего, продуман сейчас механизм и система объезда улицы Самарской. Все неудобства, которые при этом будут возникать, они будут минимизированы максимально.